Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз 2.1. В прошлый раз мы рассмотрели и продемонстрировали отвертку электрическую Bosch GO 2, то бишь второй версии, в котором лежали несколько бит, а вернее две, типа Philips, ну и Philips 1 и Philips 2. В настоящее время, ввиду того, чтобы разнообразить количество бит, здесь вот представлено два варианта. Первый вариант — сами биты, ну а второй вариант — так называемый концепт, что-то убирать, вытирать, отполировать и тому подобное в виде стандартных ёршиков, но при установке бит шестигранников с 1/4 дюйма. Итак, давайте смотреть сначала с первого элемента. Да, все пришло с AliExpress, причем с филиала, который расположен в РФ. Пришло достаточно быстро, особенно те биты, которые непосредственно предназначены для Bosch, где-то в течение 3-4 дней. А вот ёршики для чистки, а также полировки, пришли немножко позже, ну там в течение недели, по-моему, или дней 5. Ну что, достаточно быстро, никаких проблем не осуществилось. Пришло все вот в таком состоянии, за исключением одного момента. Тут сами биты Bosch были внутри коробки, а ёршики уже непосредственно были внутри стандартного серого пакета. Серый пакет мы раскрывать не будем, все достаточно банально и быстро. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Сейчас давайте посмотрим, что из себя представляют биты фирмы Bosch. Вот они в таком кисике пришли. Здесь расписано, какие типы бит здесь используются. Да, тут 32 биты, но скорее всего 31 плюс патрон для установки этих бит, ну, тем самым увеличение длины, воспользовавшись отверткой либо шуруповертом. Какие здесь биты присутствуют? Ну вот здесь вот все расписано. Это стандартные филипсы 1, 2 и 3 размера. Дальше те же самые филипсы, но с засечкой, то есть как крестовая отвертка идет. Дальше прямые шлицы. Дальше хекс, то есть это шестигранник торкс полостью и без полости. Ну и тоже продемонстрирован размеры. Здесь стандартная клипса, которая вешается на ремень, чтобы осуществлять действие. Да, кстати, сам унбокс какой-то стандартный. Ну и некоторые производители, копировщики, такие как Zubr, копируют фирму Bosch. Интересно, что они будут копировать, если Bosch не будет. Ну да ладно. Причем размеры все те же самые, единственный цвет разный. Красный и синий. Здесь вот есть пломбочка, когда изготовлен данные биты в 2015 году. Но ввиду того, что они не портятся, ввиду того, что металлические, то и в нашем 2022 они также актуальны. Ну, здесь производство Германия, но сделано, как обычно, у нас все в Китае, чтобы удешевить процесс. Ну и, видать, Zubr оттуда и копировал данные биты. И давайте посмотрим, что находится внутри. Для этого сейчас давайте берем наклеечку и тут еще. Так, и внутри располагаются данные биты. Причем, если вы посмотрите, у каждой биты есть свой цвет, для того, чтобы их не перепутать. Вот такого исполнения и качества. Так, ну и давайте посмотрим, как эти биты размещаются непосредственно в отвертке Bosch GO второго поколения. И давайте возьмем что-нибудь интересное. А давайте вторую биту возьмем. Филипса. Вот такого типа. Если просто вставлять, ну вот у нас что получится. Ну, по идее, можно использовать, если вам достаточно. Как видим, отвертка пока живая. Ну и давайте посмотрим, как это все дело размещается внутри патрона. Вот такой патрон. Он просто оттягивается и внутрь помещается. Причем, ну, тоже там намагниченный вариант находится. Так, ну, либо такой вариант. Видеоудлинителя.
2,4 дюйма и непосредственно сама бита. Да, кстати, и давайте посмотрим. Ну, скорее всего, не поместится данный чехол у нас, данный комплект. Ну и давайте посмотрим, как у нас там размещается. Ну, скорее всего, не поместится. Да, вон, видите, большего размера. Даже если мы сейчас уберем клипсу на ремень. Нет, она тоже высокая. Правда, есть еще один момент. Например, если мы уберем крышку, то она тоже ничего не помещается. Поэтому как вариант можно достать вот эту вот серую поверхность для того, чтобы разместилось у вас все внутри этого кейса. А так только совместно носить и держать. Ну, то есть в кейс мы эту штучку не поместите, что и было продемонстрировано. Так, ну и давайте второй вариант рассмотрим. Поставляется в различных конфигурациях, имеется в виду по количеству. Можно по одному брать, можно несколько. Есть варианты с четырьмя штуками. Плюс еще есть так называемый удлинитель, если вы используете не отвертку, а шуруповерт. Ну и давайте посмотрим, будет ли держаться. Ну так оно держится. Можно очищать с поверхности. Его уже видели, может быть. Там что-нибудь чистить. Диски автомобильные, в ванную, если вам нужно хорошо прочистить. Тем более без контакта. И еще один вариант, давайте посмотрим. Здесь проще. Как вариант, кафель почистить. Имеется в виду швы, если у вас, например, используется вода, и вода ненадлежащего качества, например, с ржавчиной, то составляется налет, и можно при помощи вот этих ёршиков осуществлять чистку каких-то поверхностей. Сами выбираете то, что вам нужно почистить. Итак, я вам продемонстрировал возможности бит Bosch, состоящие из 32 штук, различные по конструкции и, соответственно, применению. Ну, 31 плюс патрон для удлинителя. Причем биты можно использовать как при помощи удлинителя, так и вставляя в саму отвертку Bosch Go 2, то есть второй версии. И также я вам продемонстрировал так называемые ёршики, которые тоже без проблем устанавливаются внутрь этой отвертки. Ну и благодаря отвертке и этим ёршикам можно осуществлять какую-либо чистку тех поверхностей, которые у вас загрязнены. Как вариант, чистка там дисков, полировка и так далее. В том числе и полировка кафеля, ну либо швов этого кафеля от различных отложений. В результате я вам продемонстрировал возможности. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор, как всегда, только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.